Молодые футболисты Северского района встретились на стадионе спортивной школы номер 1 поселка Афипского. Здесь состоялся турнир муниципального образования среди команд юношей 11-12 годов рождения в рамках празднования 35-го Всероссийского олимпийского дня. В торжественном открытии соревнований принял участие глава района Андрей Дорошевский. Я желаю нашим ребятам победы, и, возможно, кто-то из присутствующих здесь ребят будет представлять когда-нибудь наш Северский район на мировых аренах, на мировых стадионах, будет участвовать сборная России по футболу. Среди почетных гостей – директор благотворительного фонда Андрей Андреев. Он вручил спортсменам сертификат на 100 тысяч рублей. Чтобы память осталась, купить необходимую экипировку вот, для наших футболистов. Образцовый художественный хореографический коллектив «Грация» поприветствовал участников и гостей турнира патриотичным танцевальным номером. После общей фотографии на память началась яркая и зрелищная игра. На футбольном поле сразились 8 команд. По итогам соревнований первое место заняла смена спортивной школы станицы Северской. Второе место – команда «Гепард-2» спортшколы номер 1 поселка Афипского. Третье место у команды футбольного клуба «Афипс».